Да, тут заебать там горит, там с девятиэтажку горит. А Серега говорит, до дальних складов не доберется. Ну каким способом и доберется до дальних складов? Я сейчас в YouTube выложу. Глянь. Я ебан. Это ж с пятых хуй попросыпаться. На поселке там пиздец. У нас он на первом этаже там окна повылетали. Да. Ты жопа, завтра, блядь, пизда. А что тебе школа? Взорвали склад. Да ну нахуй, ебать, посмотри, куда идут, неизвестно, что дальше. Нахуй, оно не всралось, ебать. Нахуй, мне эта школа, блядь, всралась, не знаю. Вон с нашего дома, типа. Да, люди надеваются и убегают, ебать. Вон с общаги, смотри, потому что знаю, что сюда оно дает. Да не ори ты, блядь, уезжай, ебать, иди домой.